Так, нам надо смотреть под ноги. Что у нас тут летает? Пробуем еще раз. В смысле, там мина не лежала в прошлый раз? Эй, всем привет! Вы на канале NBIC VR, и сегодня мы будем играть в Zona Origin. Демо-версия, игрушечка, подобие сталкера. Да тут все как сталкер. Вот ребята сидят, смотрите просто. Под гитарку чилят, отдыхают между заходами за артефактами. Ну, демо нажимаем, погнали. Это демо-версия. Привет, сталкер. Готов попробовать демонстрационный уровень игры Zona Origin? Если да, то мы хотим тебя предупредить, что данная игра очень требовательна к железу твоего ПК. Этот уровень представляется в большей степени для теста графической вот этой вот всего. Ну, у нас пока 90 FPS в среднем показывает. Опа. Загрузка. Все нормально. А, вот. Привет, Сергей, ты уже на месте. Если да, то отлично. Право, тебя находится небольшое здание. Я внес координаты твоего КПК. Они посыльные оставили для тебя небольшой подарок. Ты же не думал, что я отправлю тебе на такое важное задание только с одним пистолетом? Короче, Сергей, я с тобой благодарствовать играть не буду. Выполнишь для меня одно задание, и мы выдвинем квиты. Я не знаю, зачем тебе этот акт. Ха-ха, шучу, не сердись так. Найди базу бойцов в судный день и укради для меня, я так стал. Да не подведи меня. Просто ничего не своровали. Говорит, списывай, только не в точь-в-точь, как говорится. У нас есть пистолет. Замечу, идет все очень четко. Это такая ребристость, конечно, напрягает, но ничего, а так, в принципе, вот. Оп-оп, как он берет. Тут наше это, тут магазины. Бесконечные. О, в принципе, неплохо хватает. Так, КПК наш. Хорошо, погнали. Но атмосфера прикольная, слушайте, сразу так это. Выйти должна вроде в 24-м году, что это у нас? О, курс молодого бойца. Оружие, да-да-да, кнопка, это обучение. Курс молодого бойца номер 4. Можно откликать. Во-во, это что у нас? Курс молодого бойца номер 0. Так. Ну, возьмись. Слушай, ну, а как ее снять? А как, куда ее? А, в рюкзак. А как? Подожди, подожди. Рюкзачок. Ой, калаш. Пока непривычно. Вот он. Все. Он прям за головой был, то есть. Все, отлично. Подожди, а как? Он прям где-то тут, за ухом. А, можно его так же подвешивать. Да нет. Даже что такое, да, я понимаю. А, можно отбежать, короче, он сам это, ну. Обратно залезет, отлично. А так вообще не получалось. Отлично, аномалия. Первая аномалия, вторая аномалия. Офигеть, вертолет. Эху, здорово, парни. Ёб твою мать, да я сдох. Вы мертвы, да кем? Могилка. Это ко мне друг мой пришел. Отлично, здорово. Просто сразу откинулись, блядь. Демо, ладно. Так, ребятушки, я все собрал. Идем еще раз. Я так понимаю, так нельзя подходить в наглую. Надо обойти. Ну а как? Я кинул болт. Так, это тоже... Тоже, скорее всего, какие-то аномалии. А, ёпта мать. Ай-яй-яй. Давай сюда пойдем. Бежим. Звуки птиц, конечно, такие прикольные. Чё тут? Народ и партии. Логично. Ну, практически... Ну, не проседает. Пока что. О! Зомбак какой-то. Привет, местный житель. Круто. А патронов-то нет?
Опа! Ты что, совсем дурной? Кидаешься. На кого попало, да еще со стволом. Ну это вообще не прикольно. Вон еще зомбарь. А делать-то что надо? Надо... Там задание, короче, найдите тайное убежище группировки Судный день. А есть карта. А можно это как-то увеличить? Вот это, наверное, точка. Куда идти-то? Так, ну слушай, ну карту прикольно сделали, на самом деле. Там зомби еще куда-то ходил. Да и тут зомбаки. А, это и есть зомбаки красненькие. На. Так, ну ладно. Карта показывает нам, где зомби, так что не страшно. Вот, судный день. Смотри, в здание сможем зайти? Нет, оно завалено. Правильно, зачем нам рисовать здание? Внутри. Хрустит все. О, услышал. Промазал, нифига себе. А тут тупик. Карта, короче, небольшая, я понял. А вот какие-то эти тут. Зомбак один здесь. Даже два. Ого! Ууу, какой! Вот это чупакабра, блядь. Неплохо. А чё надо ещё? О, ещё. Ты кровососы местные, типа, да? Подождите. Патроны закончились. Подожди, не кричи, братишка. А, вон он. Бежит, бежит, смотри на него. Ой, одной пулькой сразу вынес. Сохраняться даже можно. Да у вас сколько здесь? Сколько же вот здесь? Патронов нет? Спасибо. Нам надо сюда прямо. По-любому. Вот, мы выходим на дорожку. КПП. Ёб твою мать! На чем я подорвался? Так, нам надо смотреть под ноги. Что у нас тут летает? Пробуем еще раз. В смысле, там мина не лежала в прошлый раз? Я как-то включил фонарик. Как выключить фонарик? Да что такое с этой игрой, блядь? Не так, на. Одно хорошо, что оно оптимизировано. Достаточно неплохо. И, в принципе, комфортно вот так вот бегать. Не понимая, что происходит. Слушай, ну мы сейчас всю карту оббежим. Главное на мины не нарваться. Я ничего не взял там, блядь, потому что... Сейчас опять сдохни, блядь. А портфель вообще очень туго достается. Можно подтягиваться? Ну, хоть сквозь стену не проходят руки. Это уже плюс. Это уже огромнейший плюс. Давайте здесь обойдем. Так, здесь. Здесь. Здесь вход. Что это такое? Нифига себе. Так тут. Ого. Как фонарик только выключить? Как только выключить этот долбанный фонарик. Я не знаю, но это очень криво вот это сделано. Вот. Магазин нам нужен. Патроны тоже нужны. Нам кроме магазина и патронов ничего не надо. Так, что тут курс молодого бойца? Ага, просто прикоснитесь. О, как-то выключил, отлично. Каким-то чудом он выключился. О, какой-то модный пистолет. О, вода газированная. Блин, аж пить захотелось. Ладно. Пистолет-то положил красиво. Свободен. Смотри, я здесь смотрел, тут есть какой-то вот. Так,
Что-то открыли, а что непонятно. Надеюсь, что-то здесь. О! Ура! Мы прошли дальше. На мины главное не наступать. Энергетик. Я понял. Обойти справа можно? Что так шумит? За кустами, а вон вижу аномалию. Так, дальше куда? Надо что-то найти, выполнить, или что, я не пойму. Радиация, спасибо. А вот и нашли. О, отсылка, Into the Radius. Круто. Вот это приколы. Нормально. Best game. Согласен. Так и не прошел, я не знаю. Что нам не туго идет. Что с ней сделать, так и не понял. Даже комп собрал, блядь. И то не... Ёпта, вон там чуваки какие-то. Если это нормально, но если что, мы быстро не кидаем. Заныкал волыну, бери! О! Заныкал малыну быстро. Бля, а может с ними... Реально надо было пообщаться. Ладно, 3 патрона осталось. Ставим. А тут что? Тоже магазин. Блин, ну тут просто бегать, стреляй, и все, в принципе. Ну если, конечно, где-то задание с радиацией не будет, а так... Подожди. Нам же надо уничтожить их. А сколько вас надо всаживать? А почему патронов нет? Ну не мазила, конечно. Только один вопрос. Почему так долго пере... Куда? Вот именно. Куда я дел прицел? Куда прицел делся? И что у меня по хп? 26. Блять, а хилки я не взял. А вон она. Так, это сломанный магазин, ладно. Ой, сломанный, пустой. А, вот хилка. О, смотрите, как это происходит. Здесь торжишка водится. 70 хп, отлично. Короче, надо в висок направлять, и тогда нормально берется. Просто одни патроны. Да хватит нам. Только демка, наверное, не длится. Ну, просто вот так. А, за что пушку-то? Отстань. Ну что такое? Ладно, давайте оббежим. За деревом, укрытие. Патроны надо экономить. Сказал бы я. Их тут дофига. Ну, типа стелс, наверное, можно было, да? О, УАЗик наш. Пошел ты. Фига они бронированы. Да все нормально, живем. Офигеть, это что за киберспортсмены? Вот именно, я тоже хочу. Да не, еще один. Я тут. Ну, парни, ну мы, конечно, недалекие. Можно даже вот так бегать. И магазин у них брать, перезаряжать сразу, и все. Патронов очень много. Ну этот сейчас... О, вот он артефакт. Вернуться на базу. Отлично. Привет, наоборот, ты сегодня не слышал об аномалии, если не следить за то, устранить. Некоторые аномалии можно устранить одним выстрелом. Можно обезвредить с помощью болтов, однако, помню, каждая аномалия имеет свой интервал восстановления. А, можно стрелять в них, точно. Я не подумал. Попробуем. Чё сейчас на нас нападут?
Вернуться на базу. Ну это назад, да, и бежать, получается. Тут ничего такого интересного нет. Так. Слушай, ну что у нас тут сейчас? Херачить будут? Подвисает что-то. Да, 8. А, я испугался чего-то. Ну, птички, природа, конечно, зачет за это. Но что-то сейчас начинает. Туда же, да, кажется? Да, вот сюда. Вернуться на базу. Ну так, чисто в Сталкер. В 2007 году, там, каком он там сделан. Вот это вот ощущение. Блять, на мины бы не наступить. Если наступим на мины, сразу серия заканчивается. Просто давай попробуем. О! Фига себе какой-то чудак. Офигенно. Дверки открылись. А мы обходили эти аномалии, блядь. Можно вот так, так и сяк, и все. Видели, да, еще куда вид монстра? Три вида, получается, мы. Чудовище. Ну-ка, стой, давай отойдем и стрельнем в мину. Почему бы нет? Отлично. Просто бежим на базу. Будет что-то там еще интересное или нет? Ну, скорее всего, это конец демки, блядь, и есть. Просто захотел пострелять. Опять инта за радиус. Так, вот здесь тоже где-то мина была, я подорвался. Аномалии какие-то. О! Вот это кровосос. Отвечаю. Ай-яй-яй-яй! Куда-куда? Да в жопу тебе. В жопу. Я выжил? Вы мертвы. И не успел добежать, меня кровосос убил. Главное меню. Ну это, наверное, скорее всего, конец демки. Не будем дальше пробовать еще начинать. Так что такая вот игрушка. Ждем выхода. Вроде бы ничего, за оптимизацию, конечно, отдельный плюсик. Прям нормально, бодрячком все так идет. Под конец маленькой просадки там были, но не критично. Так что все, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ниже ссылочку, ставьте на паблик ВКонтакте, там все, все, ребятушки, всем пока. Go, go, go,